последний участник, пацаны, заезжает нашего проката. Ого, красиво! А, да хуй с ней. Часть номер два после ремонта моста. Хватило чуть-чуть, да. Ноги. Сломает. Новый мост сломал. Сейчас подъемчик будет еще. Ха-ха-ха.
Андрюха просто выпливает. Вот, вот здесь бы поехать, вот здесь бы есть. Вот тут нормально. Не разгоняешь ты его? Нет, разгоняться никому не получится никак. Если нам поддоны сюда сдвинуть, чтобы хотя бы не опасно было. А обратно опять как? Прямо хочешь? Выходи. Да я вам туда, наверх. Ты решил, блядь. Из мостика подниматься? Ну. Посередине положить? Ну, здесь сюда его. Провалилось. Я тебе про это и говорю, что если хуй разгонишь. Да. Ну, блядь, сразу. Кость. Как же сразу? Че там, Андрей? Куда уходит первого, знаем, да? О, слушай, а вот так это вариант, вот так заезжать-то нахуй, что он сейчас стал. Заезжать? Надо. Не, еще ну, в смысле, как он поставил, вот так это проскакивать-то проще будет задним. Надо за переднее колесо затянуть просто на холм, из холма он тоже. И там тоже не переехать, там такая грязина. Тоже жопа, да? Не, ну можно ходом, блядь, если переднее колесо утонет. Не, лучше нахуй тогда тут как-то. Вы за переднее колесо дернете, он на подставку встанет, а ты дальше... Ты помнишь, ему вообще вот лучше не лезть. А, он сам? Пока не упадет. Андрюх, а попробуй чуть-чуть больше скатиться назад, получается? А вот тут когда ты вот раньше... Нахрен, там и сам. Везде стоим, блядь. Вообще пиздец. Просто не едет нихуя. Просто он едет. Тихо. И сильно резко. Я даже не успел взять за колесо. Давай. Ты вставай один. Сюда, наверное. Нет. Уже отказывается ехать сам. Прогазуй. Да нет. Газу дай до середины. Бля. Что-то у тебя миска хорошо. Что-то он не хочет, да? Все вроде. Прогазовал. Вот. Давай. Ну-ка за ним, все. Нормально, поехали. Сейчас мы тебе за ручки или за ручки? Давай за ручки или за колесо. Газу газом только. Чё? Так, давай, наверное,
спокойно. Зайди с другой стороны, встань. Да не, нормально, здесь я. А ему неловко будет тут. Первый врубай. У меня это только на нейтралке. А, понятно. Давай, я воткну, скажешь, когда. Так. Что такое? Нормально, нормально. Встань с той стороны. Удобнее будет газовать. Антох, а ты с этой? Да ладно, мы сейчас. Да поехали уже. Заедем. А этот Давай, давай. Ходом, ходом. Отли, отли водички, а. Пиздец. Вымотался. Я сейчас сдохну. Это пиздец. Ты все кончился? Все, я 2 литра высосал, прикинь. Охуеть вообще. А у тебя есть еще помимо этого? Ну, пол литра. Короче, пацаны выбрались с того плена. Сегодня после дождя. С утра дождик хороший пошел. Едем сейчас просто. Проветриваем. Жара опять 30. Ух ты, сука! Ложи. Бля, вот здесь легче подниматься. А ты где, здесь подумал? А ну нахуй, езжал. А, объехал. Хочешь поднимусь? Ты где заезжал? Тут? Я вот. А, ты слева прям, да? Ну, да. Ну там, да, получше. Ну, там, где-то. Поедем, видишь? Да, да. Но нам ногами его раз. Здесь, раз. Вот там взяли. Я тоже подумал, что тут пробка не заедет. Если зацеплю, все нахуй. Тут можно спокойно. Если хочешь ногами перебирать, там забирайся. Я там не смог, просто я вторую включил, хули. Ого, Андрюха куда уехал? Нет, надо разгон набирать. Ну да, хода. Я там разобрал, а там все и потерялся там. Да тут все остановились с этой стороны. Андрюха захуярит. Вот он остановились. Все, ничего, ну сил теряется. Куда вообще, блядь, жесть. Вот если походу бы заехал, скажи, да? Он когда родился, у него... А я, получается, ехал, размаливал здесь, Мишаня повис. Я сбросил, ну и... Да, там один, второй, и я тоже думал ехать, не ехать. Я думал, тут тяжело. Да, он все, ходом едет. Красиво вообще нашел. Ну ты вообще. Вообще. Thank you.
дальше сейчас тоже будет, наверное.
нормально. А вода нога мокрая, все, один хуй. Вот теперь давай закручивай по кругу. И к ноге похуй прикручивай тогда. А что ты сели, не тяни. Я не тяну. Дайте, мотайте, а то я перетяну ему. Но ему маленько подтянуть надо, чтобы кровь не шла в ногу. И чтобы повязка не слетела. Я себе обрезал такое, смотри. А что ему будет тут сейчас ехать? Ничего, можно посильнее затянуть. Крови нету. Просто останови. Ну она сукровица будет идти. А, крови нет? Ну все тогда. Сукровица, какая кровь? Ну вот. Эпидерм. Как раз депиляцию потом сделаешь. Ну. Скотч отбирать. Ну, сейчас в машине найдем, что за химичим. Там, ай, может, трептоцит. Блядь, проще, что заехать, наверное. До дома, дома так, грязный, что... Пиздец. Прям до дома так поем? Там-то трептоцит, все тебе можно обработать, завязать и поедешь до дома нормально. Зеленкой залить. Как маленько. Ебаная, блядь, пиздец. Вот завалился. Блядь, так завалился. Ой. Все. Нормально. Блядь, как камеру не включу. Ну, передком, блядь, тормознул, хуяк, слег. Давай, проезжай. Чё? Не подержишь? Подержу. Там пацаны ебутся. Да давай тут перетащим, потом поможем. Я бы вытащил их. Сможешь подержать? Ну давай, держи. Красава! Еще маленько вот туда едет. Ну. А, тебе не неудобно стоять. Сейчас. Да там сейчас дернут тебя за колесо, он сам заедет. Ну. Андрюха, дерни, а! Тяжело. Ох, вот эта хуйня. Сейчас они заебутся вот так. Тихо, 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 держись, 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 держишься. Вот давай сюда на Андрюху, он сразу чик выкинул, чик второй, чё вы толпитесь, перетаскивайте мотоки. Пацаны. Можно поймать колесо? У меня видок есть, я что-то заезжал. Вот прям перед этого? Ну, вот он вот так переняет. Всё. Всё? Едем. Помог. Дай-ка чуть-чуть назад отдайте, я сейчас тут это попробую в эту сторону. Да стой ты, хуль ты орешь. Живой! Здесь проще было. Где? Надо за переднее колесо дернуть и все. Ну, да? Просто потяните за переднее, пацаны. Во. И задок сейчас. Нет, ты давай еще вперед. Газу.
Мне надо, блядь, его поднимать. Он на эту, на раму сел. Держи передок. Сейчас задок закинем. Во. Все, все. Да хули там осколок? О, тихо, тихо. Сейчас, погоди. Давай. Оп. Давай, давай. Вперед. Это на скорости. Да, я на сцеплении держу. Бля. Да давай свернем, ну нахуй. Нет, на дорогу. Я вообще, все, у него нога болит. Не болит, поехали дальше. Мы до конца не доедем. Да. Ты что, мы умрем? Уже все без сил. Я точно. Я уже давай сворачивать куда-нибудь на лайтовую и домой. Вода кончилась уже. Все, у меня ноль. Блин, вы что-то, пацаны, ну перед нам надо было, вы как-то его неправильно. Блин, вы опять так же его. Да то же самое, что ты делал, только поберем. Да через передок надо его. Вы так охереете сейчас. Давай, Антох, передох. Этот легенький, хули. Ну, да, да, так проще. Этот так, легенький. Сказать не травку, подождите. Да, конечно, ты его не это, не руки отрубишь. Не травку поставь. Знаешь, вот на самом деле, опять та же самая. Нормально заденем его. Сцепление нажми. Нажимай сцепление. Давай, пацаны, сзади толкни, где там, блядь, не есть. Сцепление вызвай. А я на цепи. Посмотрите, там у нас пока. Еще дохуя впереди. Да давай свернем, ну и нахуй. Жара такая-то, пиздец. Воды нету, блядь. Покорябана, да? У меня уже это. Бля, без воды как-то. Жопа. А? Прям чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, а воткнулся нихуя. Ну, я воткнулся. Ебать. Что? Короче, примерно ровно, наверное, 1/3. Ну и нахуй. А свернуть примерно есть где? А свернуть есть? Там по-любому дальше будет автомобиль. Давай поехали лучше на озеро, с той стороны заедем через лес. Приедем на базу до озера. Когда не проедем, бобра. Покупаемся. До осени, походу. А его никто блядь. Весь. Его пока его надо ехать, когда это. Не знаю, вот у меня дядька отрубил. Давай, Антох. Но он говорит, мы вообще еще вот сколько рубились, полный круг нет. Подъезжай сюда, а я колесо возьму, затащу. Ну, нормально, вообще в нет, нормально прям. Все. Просто если дожди, эти мосты, эти капуня, мы да. Там выдохлись. Мы там мы потерялись. Вон, все, ему да, плохо вообще. Осталось,
нахуя ты? Просто подъедь, я колесо возьму. Все, глуши его. Давай, пацаны, кто там, помогите еще спереди. Он тяжелый, сиськи. Спереди его, вот за рычаг тяни его. Ты как-то косо. Ну сейчас как Иван. Ну давай, пора, стой, ладно, подожди. Да нахуя, давай перед сначала. Перед. Нихуя, бери за колесо его. А я за эту хрень. За руль. Ты-то держи руль. Давай, давай. Что там? Там доски или что? Прям тут.